25 октября в Баку начал работу 18-й саммит глав государств и правительств стран-членов движения неприсоединения. В 18-м саммите, проводимом на тему обеспечения совместного и адекватного ответа на вызовы современного мира, руководствуясь бандунгскими принципами, участвуют главы государств и правительств около 60 стран, а также руководители международных организаций. В целом в саммите участвуют представители около 160 стран и международных организаций. Саммит открыл и выступил действующий председатель движения неприсоединения, президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро. Председательство движения неприсоединения перешло к Азербайджану. Председатель движения неприсоединения, президент Азербайджанской республики Илхам Алиев, выступил с речью. Затем саммит продолжил работу под председательством президента Илхама Алиева. Была принята повестка дня саммита, избрана члена бюро, утвержден список государств и организаций, являющихся особыми гостями. Затем выступили президент Генеральной Ассамблеи ООН Тинджани Мухаммед Банде, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Ди Карло, председатель организации группа 77 Риад Мансур, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров.